Значит, сейчас планируется предъявление обвинения лицам. Корыстный мотив, планируется, это связано с разбоем. Дальнейшие отношения, я понимаю, о чем можете говорить, дальнейшие отношения между потерпевшими и преступниками, они будут устанавливаться. И все обстоятельства происшедшего уже будут устанавливаться в рамках расследования дела. Вызвали друзья, которые были озабочены тем, что значит, потерпевший не вышел на работу. Они звонили на утро должен был прийти. Можно сказать, что второй сдался. Он уже настолько был обложен, ему просто некуда было идти, он сдался.